получились очень большие числа. Они не должны смущать. Дело в чем? Эти эффекты, они участвуют в формировании частот соответствующих ячеек таблицы нашей, многомерной таблицы сопряженности с 8 входами. Соответственно, эти частоты, они не какие-то заоблачные, как мы видели по таблице. Это вполне себе приемлемые частоты, если нет миллионных каких-то частот. Откуда же берутся такие большие величины эффектов? Ну, если перевести в числовой формат, вот такие. Эти эффекты возникают потому, что есть контр-эффекты, которые также действуют при формировании тех же самых частот. Ну, например, здесь речь идет о том, что batch равно 1 и так далее, страна 14 и так далее. По всем этим параметрам, как бы, эта частота таблицы отличается от контрольной группы, по остальным не отличается, по остальным четырем. Какие это остальные четыре параметра? Это, соответственно, отсутствие участия в партии, отсутствие участия в другой социальной организации. Что у нас там еще? Подпись петиции, участие в демонстрациях. Вот, собственно говоря, по всем этим характеристикам no по участию в партии, в социальных организациях, yes, вот это была бы ячейка, в формировании которой участвует данный эффект. Соответственно, есть, если поискать, эффекты, которые в обратную сторону действуют тоже очень сильно, с минусом. Поэтому и возникает, что этот эффект приводит, собственно говоря, сам по себе к умножению на большое число. Другой эффект отрицательный приводит к делению на большое число. В итоге они приводят к формированию нормальной частоты в ячейке. Еще раз, эти эффекты не должны смущать. Да, они очень сильные, но есть контр-эффекты. Попробуем найти что-нибудь про Россию. Россия у нас закодирована 25-м кодом. Вот. Какое активное участие характерно для России? Опять же, это некоторые визуальные кампании, опять же, это бойкот и контакты с политиками. Вот такие характеристики, свойственные политической жизни в России, согласно данным ЕСС. Можно еще поискать что-нибудь про Россию. Через Ctrl-F. Ну вот, например.